Друзья, я извиняюсь, но вам надо это послушать, потому что будет неполная картина того, что я выгрузил уже в YouTube. А теперь послушайте. Сначала я подумал так же, как и вы, что дама чуточку не в себе и, возможно, чуть-чуть пьяна. Но на самом деле тут полная психиатрия. По человеку плачет просто палата. Слушайте. Хочу сказать, что сейчас очень хорошее время. Время под названием операция. Понял? А в тебе есть больное место. Вот в твоей семье есть больное место. Ты оттуда не вытянешь ничего. Ни одного звука ты оттуда не вытянешь. Ты будешь корячиться, горбатиться, руки в мозоли истирать. Но ты ничего не сделаешь, чудо не будет существовать. Ты понял? У тебя был шанс вернуть яйцо обратно и получить деньги. Но ты ним не воспользовался. Жди возвратку. Яйцо от моих перепелов, от моих техасских перепелов, на их жизнь и развитие я обнуляю. Да будет так, сила земли. В твоем хозяйстве. В твоем хозяйстве перепел хитрук Елены. Техасский мясный. Я его в твоем хозяйстве обнуляю. И закрепляю всема четырьмя стихиями. Ты сейчас будешь думать не только о своей птице и о своем хозяйстве. Я, конечно, извиняюсь, перебью проклятие наследной ведьмы Украины. Я не знаю, как назвать. Вы прислушайтесь, там у нее есть напарница. Подсказывает, читает проклятие молебен. Я не знаю, как назвать. Дослушайте. Ти будеш думати на того, на кого зараз глянув твій глаз. Ти поняв? А я сейчас в этот момент смотрю на форму для выпечки хлеба. Точно, я забыл, я же вам вчера сказал в ролике, что мне нужно спечь хлеб. Ви не тільки без трусов останетесь, ви без всього того, що маєте, останетесь. Ця операція скриє вашу гангрену. Ну вот так. Теперь после всех сообщений я думаю, что не останется людей в нашей стране, которые захотят купить яйцо у этой прекрасной ведьмуньи Елены. В общем, и еще знаете, что попрошу? Если у вас есть такая возможность, распространите это видео и предыдущее хотя бы по птицеводческим форумам, по группам, где продают яйцо. Пусть люди видят, как выглядит истинное лицо профессионального селекционера. Всем большое спасибо за просмотр. Ну и всем пока-пока.